Ну что, Владимир Иванович, чего ты? Сядет туда. Тебе тоже, Олег? Да, мне закончили. Тоже закончили? Да вот, перед этим пачкой. Держи. Ну пойдем на перекур, тогда я тоже пойду. Там от Динары и Николая тебе привет, сказали курицу купить в мясном магазине. А у тебя деньги есть? Да, на курицу тебе дам. Давай. Ну пойдем в магазин. Сейчас прям? Ну сейчас пойдем. А тебе когда надо? А что, курицу надо взять? Курицу возьмем тебе. А кто сказал? Динара и Николай. Откуда вы? С Екатеринбурга и с Латвии. Ага. А денег дашь? Курицу куплю. Ага. Пойдет? Да, она дорогая. Ну, возьмем одну. Возьмем? Возьмем тебе. Выходи, Владимир Иванович, что ты стоишь? Не стой, проходи. Здорово. Олег, ты с нами за курицей пойдешь? Пошли. Владимиру Ивановичу курицу сказали купить. Динара с кольком. Помнишь, какие тебе подарки присылали? Конечно. Ну. Дядь Вове курицу и Жорику надо заказать. Курочку гриль на вечер. Сейчас зайдем для Жорика закажем. Ты же знаешь, где торгуют? Курица гриль? Да. В этой должно быть. Чем? Возле покупки большой. Не, нихуя. А раньше что? Где телеграф был, почта раньше, помнишь, ступеньки? А-а-а. Вот эти ступеньки. А там же раньше торговали, что, все убрали, что ли? Давно уже. Лет 5 как назад. Ну что, дядь Володь? Пойдем. Пойдем за курочкой. Как положено? Да как положено, возьмем курочку одну. И Жорику закажем же, говорю. А сердце и почки возьмем? Нет, только курицу, Владимир Иванович. Пока только курица. Зачем? Едем дальше, друзья.